хочешь сделать? Да. Шарики тут. Да, я. Нет, пойдем дальше. У нас быстрый набег на долларовый магазин. Нам нужны всякие канцелярские товары. Где? Для мешков. Сейчас пойдем посмотрим. Где? Что у нас тут есть? Колясочка с ребенком пока. Что у нас тут? Пазлы. Разные. Карты. Зачем тебе карты? Ну, все хватает. Вот все хватает. Где у нас? Вот здесь. Ой, и что бы нам взять? В общем, нужно в школу принести всякие фломастеры, наверное, штуки, дрюки разные. Даже не знаю, что сказали, просто канцелярские товары. Цветную бумажку возьмем. Большую, наверное, возьмем. Да, да, вот такую большую возьмем. Что еще взять? Стикеров может взять. Стикеры у них всегда идут прям на ура. Учитель их хвалит и наклеивает стикеры. Такие объемные, классные. Вот здесь что у нас? Вот, вот такие, наверное. Да, вот такие будут. Супер. Такие берем. Зачем тебе? Давай я тебе что-нибудь другое дам. Да. Да. Конверты, наверное. Что тебе дать, Адриаша? На, вот держи точилки. Так. Вот это мы возьмем. Они всегда у них разлетаются на ура. Восковые карандаши. Парочку возьмем. Держи. Фломастеры. Что-то я не помню, чтобы они фломастерами рисовали в школе. Не будем брать. Всё, точилки отремонтируем назад. Смотрим, смотрим, что бы еще нам взять. Карандашики, ручки. Блин, даже не знаю, что брать. Какие карандашики, интересно. Обычные черные, простые карандаши. Такие обычные возьмем совсем. Интересно, они заточены? Нет, надо посмотреть. Зачем тебе? Они не заточены. Но все равно возьмем. Да. Что такое? Упал карандаш. Подержи. Ой, что-то тут мало всего. И, наверное, возьмем. Всего по чуть-чуть наберем. Опять всякие наклеечки. Да.
Да, Андрюш? Ты зачем съел ластик? Вот он всегда съедает ластики. Смотрите, что с ним делать с этим ребенком? Ты зачем съел ластик? А? Дай сюда. Сюда, сюда, быстро. А, да? Ну-ка выплюнь. Адриаша, быстро выплюнь. Вот смотрите, какой вредный ребенок. Оле! Хулиган? Оле! В общем, набрали мы всякого. Два клея я взяла. Что я еще взяла? Я взяла скрепочки, я взяла вот такие вот напоминания писать штучки. Что еще у нас тут есть в магазине? Быстренько посмотрим. Всякие раскраски. Ну, я на есть, и я сейчас ей покупать не буду, так как нужно заниматься, а не фигней страдать. Тапочки. Сумочки маленькие. Носки. Боты. Рамочки. Все, все подобное. Холодильники с едой поставили, раньше их тут не было. Детские. Дай. Не кричи. Даже памперсы маленькие. Упаковочки, сколько их? Три штучки. Дай. Прикольно. Дай. Что тебе опять дать? Да зачем? Ты же большой. Вот эти штучки, стаканчики очень удобные. Не высыпаются. Куда можно всякие печеньки положить, и они не высыпаются. Ребенок просто вперед. И кушает. В общем, как обычно, тут куча всего. Куча. Витамины и таблетки. Сейчас пойду вам покажу. И, наверное, мы будем выходить, потому что кто-то очень сильно кричит. Вот. Кальций, глюкозамин, релакс-слип, суперкомплекс, витамин D, женские витамины, как рыбий жир, B12. Ты опять уже снял что-то. Вот ты хулиган. Теленол даже вот есть от температуры. Хватит лезть за таблетками. Вот тут вот все от температуры, дневное время, ночное время. Хватит. Аспирин. Да. Зачем тебе аспирин? Ибупрофен. Ибупрофен. Вот маски для лица, представляете? Чтобы никого не заражать. Тут всякие крема, пены для бритья. Вот, опять схватим. Что-то схватим. Изопропиловый спирт. Вот так вот. Лаки для ногтей, Кармакс по $1. На самом деле, по-моему, можно дешевле купить в Walmart. Там 3 штуки за сколько-то, не помню сколько. Опять спросил. Схватил. Это что у нас? А, забыл, как он называется. Перекись. Косметика. В общем, всего тут навалом. И мы пойдем на выход. Да, Адриаш? Вот, давай тебе щетку возьмем, Адриаш. Щетка. Щетку, зубы чистить будешь? Наборчик. Щетка, зубной пласт. Щетка. Сейчас выберем. Не кричи.
такое, синенькое или зелененькое? Дай! Зеленое посимпатичнее. Да что ты так кричишь? Вот, теперь точно выходим. Итак, вот он наш чек, и у нас вот на $13 и еще такса $0.04. 14.04 получилось у нас покупки. Я докупила еще, я купила губки домой. И что еще не купила? Две тарелки. Неглубокие тарелочки. По доллару такие вот. Ну простые, совсем беленькие. Сейчас будут. Не очень глубокие. А остальное все полу. Пока-пока.